Всем добрый день! Вы на канале Натусина Чак Лайф. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, позитивных моментов в жизни. Мы готовим с вами сегодня кушать. Решила сварить суп-пюре грибной. Захотелось именно суп-пюре грибной, сливочный такой. Но в процессе, пока чистила грибы, пока чистила овощи, понимаю, что хочу целые грибы и, возможно, не пюре. Потом думаю, нет, пюре, наверное, вкуснее. Поэтому хочу симпровизировать опять. Ну, может быть, такой рецепт и есть. Я полазила в интернете, не буду скрывать. Рецептов масса. Овощи, лук, морковка пережаривается, томится, добавляется картофель. Ну, я решила, что не хочу я все это жирное. Я решила, что я грибы пережарю на сливочном масле, чтобы повкуснее вот этот вот навар был. А овощи просто проварю, протушу, не знаю. Ну, в данный момент они у меня варятся. И я решила сделать на грибном бульоне. То есть я сначала отварила грибы и прям немного припустила, скажем так, в бульоне, чтобы навар вот этот грибной был, чтобы потом все это делать не на воде, потому что мясной бульон я не хочу с грибами сочетать. У меня сейчас здесь уже кипят овощи в грибном бульоне, морковь и картофель. Лук буду бросать чуть позже, потому что лук варится намного быстрее. Поэтому сейчас овощи у меня хорошо... Ой, запотели вы у меня. Сейчас овощи у меня хорошо проварятся. И я их, ну, брошу лук, блендером все это перемолю. А грибы пока вот... Сейчас жидкость уже выкипает на сильном огне. Добавлю сливочное масло и хорошо прям их так поджарю, чтобы именно вкус такой грибов. Вот так вот я их... Сейчас прям поджарю хорошо. Думаю, еще, наверное, можно маслица. И я думаю, будет вкусно. Конечно, не хватает зелени. Ну, мы зелень не очень любим, поэтому я не стала с зеленью заморачиваться. Будет такой у меня грибной овощной суп а-ля пюре, потому что грибы взбивать, повторюсь, я не буду. Я хочу, чтобы они были кусочками. Забрасываю лук, потому что морковь с картофелем практически уже готовы. Вот такие ароматные грибы получаются. Аромат, к сожалению, я не могу вам опять передать. Но даже кастрюлю с овощами открываешь, такой запах, такой прям аромат овощей. А от грибочков вообще, что-то я прям хочу так лесных грибов, но боюсь в лес ходить. И пока готовился суп, разобрала шкафы, потому что, как вы видели, у нас была, ну, не сказать, что мега большая закупка, но закупились крупами, так как у нас здесь все уже опустошилось. Почистила здесь весь шкаф и здесь шкаф. Хоть и разбираюсь, но все равно появляются какие-то жучки. У меня раньше не было такой проблемы, я не знаю почему, либо потому что мы сейчас живем на два дома и как-то не успеваем, что ли, все это съедать. Хотя уже, я говорю, шкафы были вообще все пустые, потому что жучки заводятся. Я все почистила, и Олегу говорю, ничего, покупать больше не будем. Давай подъедать то, что есть. Сейчас полезла, был опять рис, в рисе опять жучки. Я все достала, протравила дихлофосом, все помыла, все практически лишнее там, что еще оставалось. Ну вот остался рис только. И фасоль у меня лежала с нутом. Я все повыкидывала и заложила уже свежее. Думаю, что такое гудит, а у меня посудомойка стирает. И заложила все свежее. Поэтому почистила. Надеюсь, что больше не будет жучков. Либо, как мне говорят, наверное, говорят, уже с магазина все это приносишь. Потому что, я говорю, у меня раньше такой проблемы не было. А тут мне просто даже уже страшно. Думаю, что ж я такая за хозяйка, что у меня жуки в крупах появляются. Прям в запакованных пачках. То есть пачка не открыта, а там появляются такие мелкие жучки. Но не во всех крупах. В основном в рисе, в манке. К
кстати, даже в муке не появляются, а вот в этих крупах появляются. Не знаю, с чем связано. Все, грибочки я выключаю, потому что, чтобы их не пересушить, очень ароматные, девчонки такие вообще классные. Мне про даже... грибы поговорим с вами. У нас дядь Саша, ну, кто с нами на канале давно знает, дядь Саша, это мой отчим, мамин второй муж, он у нас был грибником. Вообще он у нас как бы военный летчик был и очень любил лес. Он лес просто обожал, он знал вот эти вот все грибные места. С ним, когда кто-то приезжал, я с ним не ходила ни разу за грибами, мы ходили за земляникой. И когда к нему, ну там друзья приезжали, вот сестра Тоня, вы ее тоже видите иногда в моих влогах. Это дядя Сашина родная сестра Тоня. Они ходили с ним за грибами, но он мог пробежать лес за несколько минут. Я его один раз отвезла вот в деревне с маминой дачи, где церквушка, там я тоже вам показывала, ну примерно, да, то есть это вот начало деревни там. И я его отвезла, он говорит, отвези, хотя что-то погоды не было, или они только начинались грибы. И я его довезла, он мне звонит буквально там, минут через 20 и говорит, забери меня там, в той-то деревне. Я говорю, дядя Саша, это вообще другой конец. А он и говорит, я все уже пробежал. Я говорю, слушайте, я бы, если с вами пошла бы, говорю, я умерла. Хотя в то время-то я поподвижней была, и то я как представила, за такой, ну, 20 минут, это я вам утрирую, но явно там был не час. За такой, говорю, короткий промежуток времени, говорю, вы столько пробежали. Он, ну а что я там пробежал, принес там корзиночку и все. И для него грибы это была его жизнь. Он, ну, на пенсии, военный пенсионер, он был на пенсии и ходил за грибами, но собирал, ну тоже мы как-то вам рассказывали так коротко, собирал такие благородные грибы, белые, подберезовики. То есть опята он вообще не признавал. И мы с мамой всегда просили, принеси нам хоть этих опят, мы хоть замаринуем, потому что, ну, мы любим опята. Это типа не грибы, я вам принесу белые, будете типа крутить белые. Ну, сапожник без сапог. Конечно, несколько баночек маму мариновала, там нам давала, себе оставляли, но это был мизер. А он любил их продавать. То есть он вставал там в 5 утра, уезжал. У него потом машина, он отучился на права и уезжал на машине в лес. И уже там до обеда приезжал, быстренько в душ, переберет все свои грибочки, хотя он брал исключительно только красавчиков, и ехал продавал. И буквально там через 30 минут он возвращался, то есть у него их покупали очень быстро. Конечно, да, за лето он зарабатывал деньги, ну, хорошо он зарабатывал, потому что грибы белые дорогие. Поэтому ему не интересно было нам оставлять грибы. Он сказал, будет еще осенние, будут там осенние, будут зимние, будет весенние, будут летние. Но это я опять вам утрирую, да? Я вам принесу. Так что, а сейчас мы без грибов. Тут буквально вот даже на день рождения мамы мы готовились с Дашей. И Даша говорит, ба, я так хочу дедушкиных вот этих грибов в сметане. А он обжаривал грибы и в сметане. Вот вы знаете, я пробовала, мама пробовала так делать, но не получается вот так делать, как он их делал. Он и лисички, по-моему, так же делал, и белые грибы так делал в сметане и с картошечкой. То есть, ну, пюрешечку там, либо жареную отдельно жарили, и вот это вот грибы в соусе. И когда были какие-то праздники... У нас, ну, семейные там, да, мероприятия. Это дядь Сашина было коронное блюдо. Всегда просили, Саш, твоих вкусных грибов. Ну, вот когда в основном там получалось это на мамин день рождения, потому что сезон вот таких, ну, сезон грибов был на мамин день рождения. И он делал такие нам вкусные грибочки. Ну, память осталась. И к чему я это вела? Ну, видите, немножко с вами вспомнила дядю Сашу. Мы, конечно, его не забываем. Это человек, который вложил... Ну, я уже тоже вам рассказывала, может быть, новые зрители. Человек, он очень добрый у нас был. Даже не в плане семьи. Он очень добрый был вообще
в отношении любого человека, даже, в принципе, бомжа. Даже папа наш, когда мама с дядей Сашей только сошлись, и он его и кормил, и похмелял, и помогал. То есть он вот, ну, не пройдет мимо, ну, как он говорил, ну, это же живой человек. Он вложил и в нас всю вот эту доброту, все вот это воспитание и, соответственно, во внуков. Ну, конечно, не всех внуков успел увидеть, мелких не увидел. Ксюня еще совсем маленькая была, Димулю с Ангелиной, соответственно, он вообще не увидел. Натерла я немного сыра. Сейчас у меня овощи уже довариваются. Еще немножко, я их буду выключать и блендерить. Все, добавила грибы, добавила сыр. Сыра прям немножко натерла. Такой вот цвет получился. По густоте вот такой вот средненький. Ну, не, ложка не стоит. Сейчас сыр расплавится и добавляю сливки. Сливок тоже немного, чтобы не очень прям такой сливочный был. Посыпала черным перцем. Все, супчик наш готов. Всем приятного аппетита. Сейчас сыр расплавится, чуть-чуть еще закипит и выключаю. Попробовала, очень вкусненько получилось. Сделаю еще гренки белые и кушать можно с гренками. Гренки готовы. Мы снимаем пробу. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Нам уже вкусняшечка. Вкусно? Угу. Уже вкусно. Уже вкусно. Не знаю, я еще не пробовала. А еще мы ходили за земляникой. Также в лес дядь Саша. Он знал также свои места определенные. Ну, там, в принципе, их было не так много с земляникой. Мы с вами продолжаем готовить, как вы поняли, да? Сегодня у нас такой день готовки и день болталки. Пчелка мешает, надо закалывать. Я иногда ее закалываю. Добавляю сметаны и немножко майонеза, чтобы не очень так жирно было. И мы тоже ходили пешком. В то время не так много было машин. И ходили пешком в другой поселок, там деревня, поселок, ну не суть, да. И, ну, приличная, даже не знаю, сколько километров от нас. Вставали в 5 утра, ну, мама, дядь Саша, я и брат Саша. Ну, также мы были еще маленькие, мама с дядь Сашей, в принципе, не так долго вместе еще жили. То есть, ну, нам было, наверное, лет по 13. Ну, с Сашей погодки там плюс-минус, да. И в один прекрасный день мы пошли также с утра за земляникой. Брали такие большие ведра 10-литровые, 8-литровые, 12-литровые, не знаю. Ну, короче, такие вот большие. Ну, типа ведерки, наверное, из-под майонеза пластмассовые. Шли пешком, доходили до этой полянки, дядь Саша нас доводил, так мы не знали. Ну, соответственно, я думаю, мало кто знал про эти поляны, так же, как, так и как про его грибные места. И в один из дней мы, ну, приехали, дядь Саша на племяннице, это его сестры Тони, две дочки, ну, они еще поменьше были. Ну, Тоню вы, кто с нами давно, видели, также, наверное, в видео. И мы пошли все пешком за земляникой. Мы пришли, набирали очень быстро эту землянику, потому что там реально прям такие поляны-поляны были. То есть ты садился, и никуда идти дальше не надо было. Садился этими маленькими ведерочками, набирал, высыпал, набирал, высыпал. Ну, если не ошибаюсь, мы набирали по 2 ведра. И довольно-таки, в принципе, быстро. Ну, конечно, не за 20 минут, да, то есть как бы... Ну, и дядь Саша также ездил, их продавал, ее продавал, землянику. Разбирали тоже очень быстро, либо ведерком там, либо стаканчиками. Ну, в основном брали оптом. Таким образом, в принципе... Дядь Саша зарабатывал, чтобы обеспечить нас,
ну, не могу сказать, что мы там без продуктов сидели. Нет, мы кушать у нас было, что потому что у дяди Саши была пенсия, что у меня мяса много получается. У дяди Саши была пенсия, мама также работала. Но все равно как-то так, ну, бедненько жили. Ну, не то, что бедненько, с копейки на копейку перебивались родители. И вот он за сезон зарабатывал на грибах, на землянике мы вместе собирали. И потом мы ехали на рынок, ну, и в основном покупали нам одежду. Ну, родителям там, нам. И в тот день, когда мы пошли все вместе за земляникой, с дядей Сашиными племяшками, мы, в принципе, уже практически набрали земляники, все потемнело, набежали тучи, мы понимаем, что собирается какой-то неимоверный, наверное, дождик с грозой. А мама вспоминает, что она вынесла одеяло, ну, с дачи всегда просушивает, что вынесла на улицу постельное белье, то есть, ну, со всего дома, можно сказать. И если сейчас дождем все это намокнет, то есть нам даже спать не под чем будет. Ну, подушки, одеяло, там все. И не знаю, почему приняли решение именно, что девчонки бегут, ну, а расстояние-то не маленькое, там, не километр, не два, наверное, километра. Не наверное, а оно так и есть. То есть нам бежать прилично. Машина не как сейчас там ездит, да? Сейчас машин очень много. Мы когда ложимся с Олегом спать, у нас эта дорога проходит постоянно. Ой, заболталась с вами и забыла, что у меня там лук сначала должен идти. Постоянно ездит машина. Ну, потому что много этих, как его, коттеджных поселков понастроили рядом. И поэтому движуха сейчас такая живая там. А в то время не было. И мы, короче, побежали. Ну, вернее, пошли пешком. Но оно все темнеет и темнеет. Мы вышли на трассу с леса, дядя Саша нас вывел. До сих пор интересно, думаю, маму спросить, почему они с нами не пошли. А, ну они, наверное, остались дособирать землянику, что ли. Ну, не суть. Короче, одних девчонок отправили домой пешком. Ну и, соответственно, в пути у нас начинается дождь. Начинается сильнейшая гроза. А на трассе там высоковольтные столбы стоят. И, ну, мама вообще боится грозы. Я как бы тогда еще маленькая была, не так боялась. А после того случая как-то у меня страх тоже появился. И мы бежим. Мы бежим, то есть вот эта вот гроза началась. Дождь идет. У нас мама была таким комментатором. Дождь идет, бежим. Гроза начинается громыхать, то есть гром сверкает. Мама, стоять, высоковольтные столбы, мы остановились все. Оно все прогромыхало. То есть, вы знаете, настолько жутко было, хоть я была еще и мелкая, но я тоже до сих пор это помню. Все прогремело, побежали дальше, бежим опять. То есть, хоть бы одна машина проехала и нас подобрала и довезла. Нет, мы стойко выдержали, слава богу, все обошлось. Мы добегаем с заднего двора, с маминого, забегаем, дождик прекращается. То есть, ну, соответственно, белье все намокло, мы не успели его собрать. Слава богу, сами остались живы, здоровы, не попали мы под эти удары молнии. И что вы думаете? Заходим в дом, а с центрального входа на машине подъезжают дядь Саша и Саня. То есть они, им повезло, кто-то ехал мимо, остановился их и подвел. Картошка по-французски у нас готова, запеканка, кто как хочет, так и называет. Вот такая подрумянилась, с сырком сверху посыпала. Всем приятного аппетита, всем хорошего настроения, позитива в жизни. И всем до новых встреч. До встречи в следующем влоге.